Не все, ведерко водички. Матка. Здесь у нас ее тут очень много. Много ее туда. А рядом малина еще зеленая. Такой первый проход получился. А вот тут у нас черешня, она очень спелая уже, крупная, главное вообще черевая. Вот так выглядит счастливая коровка. По пузо в траве. Так идет. И пахнет просто. Ну и выглядит очень красиво. Смотрите. Просто как без желания. Божественно, как это выглядит в процессе. С Максом вчера привезли. Хари Кришна. Пошел поить матхури и решил видео снять. Начал копать, уже разметил все по ровным диагоналям. Вишня, вот такая вот вишня у нас растет. Вот такими вот гроздьями. Ночная у нее будет нектарчик, ну и Кришна нектар. Я. Хари Кришна, вот снова обжигаем что-то, столбики, разобрал же старый сарай, вот процесс продолжается. Приходила тетя Уля, увидела дым издалека, из дома. Решила проверить, не поджег ли клочья. Хари Кришна. Снимать, когда заливали, не мог. Я был один. Снял опалубку. Вот такая вот плита толщиной получилась. Вот такие вот абрикосики. Не знаю, насколько это описывает их грандиозность.